Всем привет, нахожусь в Атолле. Сегодня 26 октября 2023 года. Давайте посмотрим на сладости собственного изготовления магазина Атолл. Посмотрим на выпечку, на печенье, на цены, на торты, на все то, что мы так любим и то, в чем мы себя ограничиваем. Новинка ассортимента — марципановая коса. Что-то я не вижу здесь. Меренги, лишки. Липкая булочка — новинка. На паузе можете посмотреть. Я как бы не могу слишком много снимать тут. Так, Миранда, типа курабье. А, очень четко мне понравилось. С этими семечками, с кунжутом. Давайте тортики глянем. Рулеты. Упаковка дорожных, Наполеон. Так, а это тарты черноземья, насколько понимаю. Ну, разные. Получше. Я извиняюсь за то, что слишком быстро камерой вожу, но просто с
слишком пристально, долго это займет. На паузе просмотрите, что не просмотрите, зайдите в АТОЛ. Вот. Может, еще что-нибудь подвезут. Хотя ассортимент огромный. Это лаваш. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Видео из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Если понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Вот такой обзорчик выпечки и тортов из Атолла, в том числе собственного производства, для вас сделал сегодня я, 26 октября 2023 года. До новых встреч!